Здравствуйте, друзья! Тревожные новости пришли из Москвы о состоянии здоровья любимого миллионами актера Романа Мадянова. Еще в марте стало известно о страшной болезни. По сообщениям СМИ, заслуженный артист России был госпитализирован из-за онкологического заболевания. Роман Сергеевич обратился к медикам из-за сильной слабости. Врачи оставили его в стационаре на один день, где ему провели обследование. Артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени. Мадянов стал проходить курс противоопухолевого лечения, чтобы предотвратить развитие болезни. Слухи о том, что артист тяжело болен, появились год назад. Во время спектакля он вышел к зрителям совершенно лысым и без бровей. Тогда поклонники артиста заподозрили, что у звезды онкология, а волос он лишился из-за химиотерапии. Сам актер тогда опровергал страшное заболевание. Из-за болезни Роману Сергеевичу пришлось уволиться из театра Маяковского, где Мадянов служил на протяжении 20 лет. Он стал выходить на сцену в качестве приглашенного актера и гастролировал по России. И вот недавно российский актер Павел Трубинер в соцсети заявил об отмене спектакля с участием своего коллеги. Цитата. «В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Остается под вопросом любимая женщина Дон Жуана 27 августа в Москве. Поклонники сильно обеспокоены состоянием здоровья Романа Сергеевича». Напомним, что заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника», лауреат премии «Золотой орел» за роли в фильмах «12» и «Левиафан». Актер дебютировал в кино в главной роли в 11 лет, сыграв Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелли «Совсем пропащий». Большую популярность приобрел благодаря роли майора Колобкова в сериале «Солдаты». Всего же в фильмографии Мадянова более 200 проектов, в их числе «Домашний арест», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Супербобровы», «По щучьему велению» и многие другие. В скором времени должны выйти несколько проектов с участием актера. Поклонники желают любимому артисту силы терпения и надеются, что в скором времени Роман Сергеевич порадует их новыми ролями.